Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Федерацию бокса Самарской области возглавит звезда мирового бокса. Медальную копилку из 27 наград раскололи на Поволжье ушуисты из областной столицы. Серебро и бронзу привезли самарские дзюдоисты с открытого турнира Африки. В Касабланке, Марокко, прошел открытый турнир Африки. За рейтинговые очки боролись более 300 дзюдоистов из 59 стран. За российскую сборную выступали самарцы Ислам Ешуев и Ислам Хаметов. Оба вернулись домой с медалями. Ешуев в весовой категории 60 килограммов завоевал серебро, уступив только Людовику Чимартину из Швейцарии. Бронза у Хаметова в весовой категории 66 килограммов. В решающем матче дзюдоист поборол Диего Сезара из Португалии. На чемпионате и первенстве Поволжья по спортивному ушу самарцы завоевали 27 наград – 8 золотых, 4 серебряных и 15 бронзовых. В Казани, кроме медалей, разыграли и путевки на чемпионат России. Самару будут представлять 5 спортсменов, в том числе и абсолютный чемпион Поволжья Егор Бараболя. Федерацию бокса Самарской области может возглавить Василий Шишов. Чемпион мира готов приступить к работе после отчетно-выборной конференции. Ведь пока это единственная кандидатура, которую предложил сам президент федерации. Андрей Королев уже заявил о том, что не будет баллотироваться на 4-й срок. Преемник обещает продолжить политику развития юношеского бокса в Самарской области, чтобы у нас была преемственность поколений во всех возрастных категориях, отмечает чемпион мира Василий Шишов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.